Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Jaguar SV8. Небольшой ремонт кузова. Все целое, только помято левое переднее крыло, его буду менять. Капот, левый угол капота алюминий, тоже замена. Ну и фара с бампером тоже менять. Это пришла посылка из Бельгии с запчастями на Ягуара. Итак, в посылке у нас есть капот, фары, бампер, различные пластмассы от переда. И вот там вдалеке переднее крыло. Вытаскиваю все. Итак, все запчасти есть, разбираю. Снимаю поврежденный капот и сразу же ставлю другой. Немного подравниваю крепление крыла и затем ставлю крыло. Итак, крыло установил, делаю измерение по высоте лонжеронов и телевизора. Левый угол немного опущен, приподнимаю его. Теперь все гуд, устанавливаю другие части переда. Итак, работы с металлом закончены. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!